не перила, вот, вот и такая же лестница, вот такая же, да? Вот самое интересное, да, вот представляете, вот носилки с больным человеком, похороны, да, с лестницы вот отсюда спускаться, это угла разворота, чтобы вот сюда втиснуться, выйти отсюда. Вы представляете, как это вообще? Мы оспариваем сделку по продаже объекта недвижимости, и чтобы из общего договора вычленить непосредственно объекты, то есть комнаты, которые являются общей другой собственностью, я считаю необходимым привлечь в качестве третьих лиц в БТИ, как раз таки они, техпаспорт, на основании которого производилась реализация, они изготавливают указанный техпаспорт. То есть они смогут нам ответить на вопрос конкретно, какое помещение, входящее в спорный, в оспариваемый договор, является общей долевой собственностью жильцов. Правило подсобности было принято данное исковое заявление, поскольку данная ситуация имеет место исключительно подсобность. Я полагаю, что в любом случае этот вопрос встал бы, поэтому необходимо, считаю, его разрешить сейчас. О направлении дела по подсобности в Приволжский суд. У нас все стены вот такие, видите, дранка и штукатурка. Дом весь так построен, его вообще трогать нельзя. Она представляет документ, что со всех инспекций у нее есть разрешение. На каком основании дали? И мы все это не можем оспорить никак. Никак. Суды вообще нас не слышат. Вот под этой лестницей, вот железная такая перекладина, а под ней 6 метров глубины. Вы представляете, что это такое? Вот с мебели идут люди. Они, она же предназначена для того, чтобы прошел один слесарь и устранял неполадки, а не для того, чтобы целый день люди ходили. Плиты все размокшие, фундамент размокший, да? Вот я вот, например, не знаю, не спущусь, вот эта плита вот, не дай бог. Кто знает, кому жребий упадет. Она под вас не упала, сейчас она пойдет обижала. Работает, конечно. Как не работает? Работает, конечно. Работает.